Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон Крафт, и сегодня у нас новая часть туториалов по Audacity. И вы набрали на прошлой части 50 лайков, поэтому выходит новая серия. Итак, правила все те же. Набираете 50 лайков, выходит новое видео. А также спасибо всем тем, кто оставлял положительные комментарии. И сегодня у нас голос аватара Кейна из Вархаммера и голос призрачного гонщика из фильма «Призрачный гонщик». Офигенно, не правда ли? Итак, не будем тянуть время, начнем. Итак, для начала запишем голос. Жалкие люди, Бог ходит среди вас. Итак, перекидываем записанную дорожку в Audacity. Теперь выделяем ее и копируем ее. Выделяем первую дорожку, заходим в эффекты, смена высоты тона и ставим минус 20. Окей. Выделяем вторую дорожку, заходим в эффекты, смена высоты тона и ставим минус 25. Окей. Теперь вторую дорожку копируем, выделяем ее, заходим в эффекты, Paul Strange, сюда ставим 1, нажимаем окей. Теперь выделяем все, заходим в эффекты, смена высоты тона и ставим минус 10. Теперь выделяем первую и вторую дорожку, заходим в эффекты, реверс, опять заходим в эффекты, реверб, заходим в пресеты и убираем вокал 2. Окей. Теперь опять заходим в эффекты и убираем реверс. Все, теперь можно послушать. Жалкие люди, уходят среди вас. Итак, теперь у нас голос призрачного гонщика. Для этого опять запишем голос. Вся эта сила. Все эти души, тысячи душ, горящих в аду, посмотри мне в глаза. Вы, возможно, заметили, что первую фразу я записал не хриплым голосом, поэтому мы трогать не будем. Выделяем тот момент, который мы будем изменять, и два раза копируем. Итак, выделяем первую дорожку, заходим в эффекты, смена высоты тона, и ставим минус 32. Окей, теперь выделяем вторую дорожку, смена высоты тона, и ставим минус 37. И выделяем последнюю дорожку, заходим в эффекты, смена высоты тона, и ставим минус 51. Окей, все, теперь давайте послушаем. Вся эта сила. Все эти души. Тысячи душ, горящих в аду. Посмотри мне в глаза. Вот и все, наш выпуск подходит к концу. А если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои предложения, какой голос мне сделать в следующей серии. На этом все, с вами был Демон Крафт, всем пока!